Люди ошибочно полагают, что вот я прошу Вселенной, и Вселенная мне дает. Либо я прошу Бога, Бог мне дает. Это работает не так, это работает по-другому. Работает наша сила мысли. Вселенная и Бог в этом плане это как лишь атрибут, через который мы делаем какие-то действия. Условно там, условно прописываем дневник желаний, дневник самопрограммирования. Мы его прописываем, мы делаем действия. Но на самом деле наш фокус внимания направляется на какой-то определенный предмет нашего желания, на какой-то объект. И там, где наш фокус внимания, там и есть какой-то результат. Вся наша жизнь – это результат наших с вами мыслей, наших поступков, наших каких-то убеждений и каких-то установок, которые есть в нашей голове. И это факт. Понимаете?